Так, значит, еще раз дай про стадион там расскажи. Да, вот, ребята, вот этот вот человек стоит здесь не просто так. Его главная задача и миссия в жизни – это собирать стадионы больше 10 тысяч. Почему больше 10 тысяч? Потому что он уже на этой планке давно. Он однажды собрал стадион как раз-таки на 10 тысяч человек и хочет расти дальше. Почему к нему приходят? Наверное, у тебя сейчас этот вопрос. Да все просто. Он волшебник. Ты посмотри, как он выглядит. Он создает атмосферу, когда люди просто поют и настоящие. Они поют душой, сердцем. Они искренние. Они раскрываются. И эта позитивная энергетика специальными инструментами, которые он доносит. Это только вот в этой группе мы расскажем, как будет эта энергетика. Доносит эту энергетику, и человек сияет, и эту энергетику потом дает своим родственникам, друзьям, коллегам, и вокруг у него все в жизни расцветает. Он больше зарабатывает, он красивее, ухоженней, меньше весит. Вообще люди живут и поют благодаря той атмосфере, которую создает этот человек. Он будет собирать олимпийский, а пока что, ну, какой-то небольшой стадион на 10 тысяч собирать, чтобы повторить ту феерию, которая была в прошлый раз. Приходи, я сам там буду и отдам любые деньги, потому что это... И в доле. Это за деньги не продается. 50 на 50. Вот так. Ну, а что тебе надо сделать человеку, который все уже хочет? Что делать? Человек, который хочет, он найдет возможность... Ты человек, который хочет, что тебе делать? Он сейчас, он скажет тебе, что делать. Этот человек очень просто говорит таким гениальным людям, как я, что им делать. Мужики, привет! Привет! Что еще могу? Вы можете помахать нашим подписчикам? Здорово, спасибо. Подписчики. Ура, спасибо большое. Вот, ребята, вот это хозяева Адлера. Вот. Михаил Пайкин. Михаил Пайкин, подписываемся все нам. Спасибо, друзья. Нах. Спасибо. С вами все. Огонь. Вот там, посмотрите, как люди искренне к этому человеку относятся. И ты будешь точно так же на такой дружеской волне. Посмотрите, как его любят девушки. Девочки, вы его любите, скажите. Не, подожди. Бегайте, давайте, ну да, бегите ко мне. Посмотрите, как его любят девочки, просто посмотрите. Давай, обнимайте меня, давайте. Ну что, вы тушуетесь постоянно, не стесняйся уже, давай. Вот, видите, вот так они любят. Дальше. Что делать людям, которые хотят так же? Люди, которые хотят так же, найдут... Тебе. Ты найдешь любую возможность, если ты реально хочешь... Он уже хочет. Как, что сделать сейчас? Оставить комментарий, там, лайк поставить, скажи, дай инструкции. Тебе скажет Миша, что надо сделать. Значит, напиши в комментариях, я хочу, и я найду тебя.